Толпа зевак, жители окрестных домов и полицейские в эти минуты всех объединил ужас. То, что произошло в одной из квартир 64-го дома на Севастопольской, долго будет гулять по социальным сетям. Очевидцы снимали, как родной отец грозился выбросить с третьего этажа пятимесячную дочку. Спасатели в первые минуты раскинули под окном куб жизни. Он, к счастью, не пригодился. Девочку буквально в последнюю секунду ловит за ножку участник спасательной операции. Всего героев трое. Лейтенант Василий Мартынов, старший сержант Виктор Ковальчук и подполковник Руслан Алукаев. У следователей не было никакой информации. Прежде всего, опрашивать начали детей, потому что именно они, как правило, бросаются снимать происходящее на телефоны. Давай, пацаны, поищите, кто снимал. Соседи рассказали, что мать новорожденной девочки накануне уже вызывала участкового. Сожитель угрожал ей неоднократно. Очевидцы ужасного происшествия говорят, мужчина кричал с балкона и что-то требовал у матери ребенка. Она упала в обморок прямо под этими окнами. Люди снизу умоляли жестокого отца одуматься считанные секунды. И не сказать, что история с хэппи-эндом, но, по крайней мере, все живы. Полицейские отобрали у него ребенка, поскользнулся нож с рук. И в это время залез полицейский через соседний балкон, его толкнул и второй. Парни молодцы, сработали очень хорошо. Они столкнули его на балкон, туда подтолкнули, на него завалили ребенка, вынесли. Скорая помощь забрала. Место событий оцепили, следователи начали работать и пока не комментируют. Прибежала мать хозяйки этой самой квартиры. Женщина по телефону дрожащим голосом пытается объяснить, что натворили ее квартиранты. Дверь входная выломанная, окна все открытые, но дверь, она закрывается, но вся пробитая. Вот я не знаю, чем он ее колотил. Кровище в дверь. Под окном кресла, микроволновка, кухонная утварь, разбитые стекла. Вначале неадекватный мужчина кидал из окна вещи. И только потом принялся за собственного ребенка. У них двое детей. Угу. Вот старший сын-то от первого брака, угу. А вот девочка вот от этого вот. Мама с малышом мне сказала, ее в больницу отправили, потому что он там ее что-то сбил, там не знаю. А сам тоже в крови, там в квартире кровище-то. Его, он говорит, в милицию что забрали. Подъезд 64-го дома закрыт для прессы. Пускают строго только жильцов, но и они заходить в этот фильм ужасов опасались. Те, кто там был, как один твердят, повсюду кровь. Что на самом деле творилось на третьем этаже и почему мать оставила пятимесячного ребенка одного в квартире с неадекватным отцом? Следователи расскажут позже. Спасенная малышка вместе с мамой в больнице, ее жизни ничего не угрожает. У матери, сплетничают у подъезда, психологическая травма. А в комментариях к видео в соцсетях уже пишут, лишь бы эти сожители после такого не помирились. Олеся Плакиткина, Артем Руденко, «Наши новости».